Всем привет, мои уники, с вами Боди, да. И только что у Гонфлада вышел новый клип, а я реально ждал, когда он выпустит «Кубик льда». Ну, то есть, я думаю, все слышали этот трек и его тизер. Ну, кто вообще знает Гонфлада до того, как он стал популярным? А я его слушал, поэтому я могу считать себя олдскульным чуваком, кто слушает этого рэпера, да. Не будем медлить и погнали все вместе заценим вообще, что он сделал. Кубик. Тетка, я холодный кубик. Кубик. Вот это жестко. Кинь меня, холодный кубик, да. Кинь меня, холодный кубик, да. Кинь меня, холодный кубик, да. Кинь меня. У меня мурашки идут. Это слишком круто. Холодный кубик, да. Кинь меня, холодный кубик, да. Кинь меня. Блин, это так, такой фон, такая локация. Холодный кубик, да. Коридор я хулига. Коридор убран флаг. Каламбурим кулина. Кубиком, еды в стаканчиках, тут и там. Девочки пьют через трубочки в клубе накурено. Защипай чубиком, клёво быть кубиком, Кинь меня, я с ней весела. В бокал малышки, что не весела. Ты видят на меня со вкусом пламени. Губы твои так пленят, это я. Ты видят на меня, это талант. На языке даю, когда я весна. Что не расстроит меня, не знай. Нам не зашла. Да чётко, чётко. Холодный кубик, да. Кинь меня, холодный кубик, да. Кинь меня, холодный кубик, да. Кинь меня, холодный кубик, да. Кинь меня. Вот это вокал. Меня, холодный кубик, да. Кинь меня, холодный кубик, да. Кинь меня. Мне нужны голуби. Кидай кубик, да, новый сюда. Не будь такой скованный, я. Не будь исколотым, меня. Звеню будто колокол. Быть кубиком холодно. Но за твоей щекой тепло и здорово. Ныряю в колу. Я верчусь на языке и у всех на уста. Оставляю сладкий след, когда бегу. Блин, комментировать хочу, но хочется посмотреть нормальный клип. Губа, когда закончится ночь, я Боже, мне вот это так нравится. Посмотрите, как круто сделали. Типа свечение такое. Борис навсегда самый холодный. Что? Кубик. Да, кинь меня. Ой, вот это было круто. Холодный кубик, да. Кинь меня. Холодный кубик, да. Кинь меня. Вечность. Холодный кубик, да. Кинь меня. Холодный кубик, да. Вы представьте, я считать имею. Кинь меня. Холодный кубик, да. 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 Кинь меня. А это вроде его девушка. Я просто смотрел, типа, деву, что-то видео, на видео такое наткнулся в рекомендациях. Какие девушки у знаменитых там рэперов, и там Гонфлад уже был. Вот это вот его девушка, вроде как я помню. Да, это его девушка. Может, я ошибаюсь? Нет, я не ошибаюсь. Я запомнил это. Все, да? Господи! Ну, короче, круто, согласитесь? Мне понравилась локация. Хоть она и была одна, но она так подходила под песню. Так круто отсняли. Все вот прям вот. Спецэффект, короче. Ну, в общем, в целом можно сказать то, что клип получился хороший. И его вокал... Вокал Гонфлада — это нечто! Я хочу кавер на него записать, и я запишу на него кавер. Так что, мои умники, я надеюсь, вам понравился видос. Если что, ссылка на инстаграм ВК в описании. Если хотите, то можете подписываться, я активно его веду. Но это ваше дело, я никого не заставляю вообще. Вот. И если хотите, то можете поставить лайк и подписаться на канал, но, как я уже сказал, ваше дело. Так что всем огромное спасибо за просмотр. Ссылка на оригинальный видос в описании. И всем пока! Да.